Урок 5. Виртуальные проигрыватели DEC A и DEC B. Часть 1. Виртуальные проигрыватели DEC A и DEC B абсолютно идентичны друг другу. Они управляют воспроизведением указанной композиции и имеют ряд функций, позволяющих немного изменить ее стандартное звучание. Например, параметр Pitch позволяет изменить скорость воспроизведения композиции при помощи ползунка. Можно увеличивать скорость композиции, перемещая его ниже нулевой позиции, или уменьшать, перемещая выше. Скорость композиции исчисляется в количестве ударов в минуту, beat per minutes, и отображается в числовом значении напротив названия композиции. Вращающийся диск в центре проигрывателя называют джог. Он позволяет плавно перемещать текущее место воспроизведения, а также используется для скретчинга. Для плавного перемещения текущего места воспроизведения нужно навести курсор на изображение джога, при этом он должен принять форму ладони, и зажав левую кнопку мыши, перемещать его по часовой или против часовой стрелки. Перемещая курсор по часовой стрелке, мы плавно смещаем текущую точку воспроизведения вперед, как бы подтолкнув композицию. Скорость и дальность смещения зависят от того, на каком расстоянии от центра джога находится курсор. Чем дальше от центра, тем медленнее и плавнее происходит смещение. Ту же самую функцию выполняют две маленькие стрелки, расположенные чуть ниже параметра Pitch.